На один вечер маленькие дагестанцы стали настоящими кулинарами. Подопечным благотворительного фонда «Надежда» рассказали о секретах приготовления итальянской пиццы шеф-повара кофейни «Уолл-стрит». Наставники не в первый раз организовывают мастер-класс. Что больше всего понравилось детям, расскажет Наталья Ханбабаева. Возьми тесто, переверни. Вот так. И теперь еще раз. Так юные повара познают азы кулинарного мастерства. О секретах приготовления настоящей итальянской пиццы им рассказали шеф-повара кофейни. Дети внимательно наблюдали за каждым действием наставника. Смотрите, берем каталку, вот возьмите все. И вот так назад, вперед-назад, вперед-назад. Многие из ребят пробуют себя впервые, делятся. Раньше наблюдали, как готовит мама. Оказалось, это не очень сложно. Практически всю работу они сделали сами, но под чутким руководством опытных наставников. Не так сложно. Я видела, как мама готовит. Думала, смогу. Получилось это. Организаторы мастер-класса уверены, умение вкусно готовить пригодится каждому. Но еще важнее – помочь детям определиться с выбором будущей профессии. Ведь, возможно, кто-то из маленьких участников захочет связать свою жизнь именно с кулинарным делом. Идея возникла следующим образом. Мы решили прививать детям правильный вкус правильной пиццы. Почему она правильная? Мы приглашали специалистов из Москвы. Рецепт этот итальянской школы, от старейшин итальянской школы. Дети – наше будущее. Нужно им дарить положительные эмоции, чему-то обучать. Это может стать стимулом, чтобы они продолжили. Может быть, найдут себя поварами, управленцами. Помимо мастер-класса, дети получили и приятные подарки. А подопечные фонда «Надежда» в свою очередь вручили поварам благодарственную грамоту. К тому же, это не последняя благотворительная акция от кофейни «Уолл-стрит». В планах превратить ее в ежегодную традицию. Наталья Ханбабаева, Махарбек Амариев, Мурат Газиамаров. Время новостей.